На Черноморском побережье Грузии обнаружили сбежавшего из дельфинария Анапы морского котика. В дикой природе он жил более 2 лет. Беглец и нарушитель границы от камер не скрывается, ведь к людям Миша привык. Он родился и около года жил в дельфинарии. Незадолго перед побегом Миша-артист выполнял трюки за рыбку, но в 2016 году аплодисменты зрителей котик променял на шум волн и сбежал во время сильного шторма. Дрессировщики были уверены, что Миша погиб, ведь в дикой природе за фокусы еду не дают. Но котик выжил, подрос и даже окреп. 28 июля Мишу видели около порта Поти, а затем рядом с курортом Кабулети. А вскоре он может появиться в Батуми. Однако отдыхающим не советуют к нему приближаться. Неизвестно, как могло изменить Мишу море.